многие тюменцы думают, что эта набережная еще находится в процессе строительства. Но нет, она уже закончена. Представляете, это конечный результат. Главная автодорога у самой воды, по ней даже нет движения. Зачем нам повторять ошибки Будапешта? Здесь тоже должна быть набережная. Что за дегенераты построили целых 3 парковки на золотой линии у берега, чтобы 22 деревенщины могли поставить здесь свои железные тазы? Озеленение сделано на отвали. ГОСТ требует, чтобы было озеленение. Вот вам озеленение, пожалуйста. Вело- и пешеходные дорожки сделаны неправильно. Потоки не разграничены друг от друга. Естественно, все перемешиваются, и на набережной очень тесно и неуютно. Отсутствуют съезды для маломобильных граждан в ключевых местах набережной. 2021 год. И опять не предусмотрели розетки для общепита. Опять эти шумящие генераторы. Зачем на золотой линии у самой воды детская площадка? Вот что бывает, когда набережную строят не архитекторы, а градоначальники, которые спрашивают мнение местных деревенщин. Такое ощущение, что весь акцент сделан на них. Как будто это главная изюминка набережной. Памятник архитектуры спрятали в яму, чтобы его было не видно. Жуткое качество работ. Да, это уже полностью законченная набережная. Посмотрите на эти стыки. Это просто позор для Тюмени. Все криво,